До тех пор, пока мы не думаем про сексуальность как про то, про что надо думать, чем надо заниматься, не в смысле в темноте, значит, тыркаться, а в смысле как бы понимать, что это очень важная часть жизни, внутреннего самоощущения. Это один из основных источников получения той необходимой для нас гормональной и нейромедиаторной подпитки, которая просто ну, необходима. Да? То есть мы благодаря сексуальным отношениям у нас выделяются эндорфин, окситоцин, там, дофамин, серотонин, значит, ну, в зависимости от разных ситуации. Вот, значит, это средство, которое предупреждает развитие рака молочной железы, простаты там и так далее. Вообще секс – это то, чем люди должны заниматься из медицинских показаний.